Эй, привет, мой дорогой друг. Время позалипать в ютубчик, тем более, что у нас подъехала новая серия по Teardown, и мы продолжаем проходить миссии. Нам пришло на почту письмо с каким-то трахтерминатором. Не знаю, что это за автомобиль такой интересный. И пришла еще миссия. Миссия, где нужно уничтожить роботов. Интересно. Так, роботы у нас гуляют здесь. А это что такое? Это что за робот такой? Какие-то новые роботы? Окей. А у нас есть чем уничтожать? Нет. Так, а это... А, это я понял. Это какие-то... А, нет. В общем, тут какие-то роботы прям очень интересные. Опа. Стой, 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 стой. Да. Такое себе начало. Я всего лишь хотел освободить местечко, чтоб тебя сбросить. Минус первый робот. Так. Погнали в дом. Хорошо. Это было легко. Так, с этим роботом я пока не знаю, что делать. Он прям какой-то огромный. Блин, интересно. На кран. Но это будет, мне кажется, тяжело на кран его посадить. Потому что они постоянно ходят. Он еще кран может уничтожать. Я даже не знаю, он атакует этот робот или нет. Погнали, на того дальнего. Охренеть, он большой. Иди сюда. Ну иди сюда, я здесь. Так, минус еще два. Давай, давай. Окей. От этого мы тоже освободились. А это что такое? Это просто белый какой-то робот. Так, а этот ходит. А, этот в пещере ходит, я понял. Так, а этот ходит. А, наверх. А он может упасть, интересно, ну-ка. Эй, балбес, я тут. Он, давай, давай. О-о-о. Ты можешь упасть? Можешь ко мне спуститься? Да ты и балбес.
Ой. А, потухнет само. Так, ну что у нас? Остался который в пещере. Чтобы его из пещеры выманить. Блин, надо сначала от этого, наверное, избавляться. А как мне от него? Ну, давайте попробуем. Все. А можно я сохранюсь? Да, я могу сохраняться, в принципе. Почему я до этого только не сохранялся? Охренеть, он большой. И что, я смогу? А я даже его взять не могу. Могу, но... Слушайте, это сработало. Это сработало. Так, ну лучше, наверное, с этой стороны. Где ты там? Все, ребята, все, это было несложно. И этот робот, который огромный, это, конечно, интересно было. Таких размеров я робота вообще не видел и не ожидал увидеть. Шесть минут нам понадобилось. Так, ну тогда давайте сразу новый ранг. Что мне там дали? А, еще бабок. А куда мне столько денег? Еще 5. У меня уже 10 тысяч. Может быть, нам потом эту машину можно будет купить? Интересно. Интересно. Угу. Финальная диверсия. В смысле, это что, типа последняя миссия? Так. Ну что у нас? Так, нам нужно, чтобы Трухиминатор въехал в океан и не уничтожился. При этом сохранить Трейси какого-то. Не какую-то. Так, хорошо. Это что у нас? Давай. Это нужно отодвинуть. Так, ну что, здесь вроде нормально все. Так, у меня же есть нитроглицерин. Этот.
Стой, 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 стой. Все, отлично. Так он. Едет. Так, ну все вроде. Нет? Да, все, мы типа утопили. Так, и что? Continue. Mission complete. Типа я с мамой сижу, смотрю телек. Типа вот такой я дом отстроил. Все, реально. Ребята, ребята, это все. Реально. Мы все типа прошли. Да, если я зайду в кемпинг. Виртуоз. Типа все тут достроено. Теплички всякие, да? Блин. Так закончилось, все печально. И елка убралась. Вот такой дом получился, и давайте посмотрим. Нет, да, никаких миссий больше нету. И то, что там еще будет какая-то часть, просто я помню, когда играешь первую часть, проходишь, там написано to be continued. Типа будет продолжение, здесь никаких табличек, что будет продолжение, у нас не вылазило. Блин, мне игра очень вкатила, я прям вообще кайфанул. Но я не ожидал, что... На этом все закончится. Но мне очень понравилось. Надеюсь, понравилось и вам. Спасибо всем за просмотр этой игры. С вами был Bad Boy Games. Я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.